Продолжаем. Внешнеполитические ведомства Франции, Германии и Японии призвали своих граждан покинуть Иран из-за эскалации, напряженной на Ближнем Востоке. Людям рекомендуют искать любой возможный способ покинуть регион, быть максимально осторожными, а также воздержаться от поездок в соседние страны. Напомню, 14 апреля Иран запустил по территории Израиля около 300 ракет и беспилотников, большую часть из которых перехватили системы ПВО. Ряд стран и международных организаций осудили действия Тегерана. Тем временем иранцы вышли на улицы городов по всей стране в поддержку атаки на Израиль. Об этом сообщает Associated Press. Тегеран назвал свои действия ответом на удар ВВС Сахал по его дипломатическим объектам в Дамаске. Представитель Ирана в ООН объявил об окончании боевых действий и предупредил о невмешательстве в конфликт между государствами. По данным армии обороны Израиля, военные объекты не понесли значительного ущерба.